Добрый вечер, уважаемые артисты. Добрый вечер, уважаемые студенты. Добрый день всем, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире. Вы все прекрасно знаете, что мы собрались здесь сегодня в Мариинском театре по случаю нового праздника. Он, естественно, уже не первый год, но все-таки это новый праздник, Международный день балета. Наверное, здорово, что существует, появилась такая традиция отмечать особым днем этот вид замечательного искусства. И сегодня с нами здесь, перед вами сидят молодые прекрасные артисты. Давайте я вам представлю их. Это Всеволод Маевский, Мэйна Гахиса, Камила Мацци, Роман Малышев, Мария Ильюшкина, Мария Буланова и Мария Хорева. Давайте, чтобы разрядить какую-то официальщину такую, то есть представление, все. Три Маши сидит. Я вот с удовольствием как бы встану сначала между двумя, загадаю желание волшебное. Теперь между двумя другими тоже загадаю желание. Я надеюсь, что оно и у вас сбудется, и у меня. Вы прислали, предварительно прислали достаточно большое количество вопросов, интересных вопросов. Я из них выбрал те, которые наиболее показались мне соответствующим сегодняшнему дню и, наверное, ситуации. Но, возможно, этого не хватит, поэтому я захватил все, и, может быть, мы все вопросы озвучим. Давайте приступим тогда. Для того, чтобы вам было проще, я буду адресовать вопрос кому-то конкретному. Да, если вы захотите что-то дополнить, что-то, ну, поможете товарищу. А потом уже, я думаю, что вы почувствуете себя свободно, отвечая, и, может быть, сами будете выбирать себе вопросы, которые я буду зачитывать. Хорошо? Маша, вопрос к тебе. Ну, премьера у тебя будет. Да? Какие чувства вы испытали, узнав о том, что вы после всех испытаний были приняты в труппу Мариинского театра? Микрофон. Добрый вечер. Честно говоря, я достаточно плохо уже помню этот момент. Он как-то так смешался со всеми событиями, которые происходили дальше в памяти. Но, конечно, это было очень волнительно, это было очень приятно. И я, на самом деле, почувствовала большую ответственность и поняла, что больше уже я не ребенок, не ученица, а теперь как бы начинаю новый путь в Мариинском театре и становлюсь именно артисткой балета. Значит, требования к себе должны быть еще более строгие, значит, нужно еще больше работать над собой и, ну, как бы идти вперед и стараться соответствовать действительно статусу истории этого, ну, я не побоюсь сказать, великого театра. Ну, и, конечно, это было очень-очень приятно, естественно. Маш, а скажи, вот, вот сам процесс, ну, если ты все-таки вспомнишь, ну, ты не 200 лет работаешь в театре, вот сам процесс, вот этот вот урок, на который ты приходила для того, чтобы показать себя, потом вот какие чувства ты испытывала, когда ждала результата, возьмут, не возьмут. Или ты была уверена, ты отзанималась и как бы подумала, я была круче всех и без вариантов. Вот скажи. На самом деле я как бы, ну, помню этот процесс, помню день урока. Была, ну, как бы весна-лето, да, получается. Мы заходили в театр с 14-го подъезда, и нас как бы отвели в гримерке переодеваться хоровые, которые находятся на третьем этаже, где мы когда участвовали в спектаклях Академии, также приезжали и, ну, там же разогревались, переодевались. Я помню, как я сижу на шпагате, как-то думаю, ну какой будет урок, что. Я была очень спокойная, ну, в том плане, что я не старалась
накручивать себя, бояться. Я просто знала, что я должна буду выйти и сделать то, чему меня учили как бы до этого 8 лет, и постараться не подвести своего педагога. Вот урок нам давал Сергей Геннадьевич Вихарев. Это было такое первое, да, Рома помнит наше с ним знакомство. И, конечно, было сложно, там были какие-то прыжки, которые я никогда в жизни даже не видела. И как бы их делать первый раз было достаточно страшно. Я помню лица педагогов и, кстати, помню вот Любовь Олимпиевну, потому что она сейчас, ну, Любовь Олимпиевна Кунакова сейчас работает со мной в театре, и как раз я стояла на палке напротив нее где-то, и я помню, что вот она улыбалась, и это было очень приятно. Я когда делала какие-то движения, старалась смотреть на нее, потому что от нее шел какой-то такой свет. Вот. И, ну, после урока тоже было какое-то такое спокойствие, то есть я не загадывала, получится, не получится, возьмут, не возьмут. Я, конечно, об этом мечтала, но тут уже на все воля Божья, да, как было суждено, так оно должно было бы и случиться. Вот. О том, что нас приняли, нам сообщил наш педагог школьный Юлия Александровна Косенкова. Вот она сказала, да, что все сложилось. После обсуждения уже, да? После обсуждения. Ну, а как ты, вот, когда ты ждала результата, вот все-таки как ты думала, возьмут тебя или нет? У тебя были сомнения? Да, у меня были сомнения, причем это достаточно забавная история, потому что когда я начинала учиться в академии, когда мне было 11 лет, мне казалось, что все, я уже в Мариинском театре, никаких вопросов, все очень хорошо. Но за 8 лет я, конечно, поняла, что в мире балета не все так просто. И вот именно на выпускном курсе мне первый раз в голову пришла мысль о том, что ведь меня же могут не взять в Мариинский театр, а для меня существовал только он, честно говоря. Я даже не рассматривала, в мире есть вообще что-то еще. Вот, и на выпускном курсе, да, я стала сомневаться в себе, но потом, поскольку было очень много работы, была подготовка к конкурсу, были выпускные экзамены, была учеба тоже очень сложная с выпускными разными экзаменами, еще были выпускные спектакли, я как-то, ну, забыла. То есть, ну, действительно, я старалась не думать о плохом, наверное, можно вот так сказать, и надеяться, и делать все возможное, ну, простой такой рецепт, вот. И все получилось? Да, слава Богу, спасибо огромное. Все вроде бы как сложилось. Именно вот с моментом, чтобы попасть в театр, да. Спасибо, Маш. Спасибо. Ром, я хочу задать вопрос тебе. Чем тебя удивил первый раз, когда ты в твой первый рабочий день, чем тебя удивил класс артистов? Ну, к примеру, вот в вопросе спрашивает кто-то из студентов, что тебя удивило? Свобода, комбинация движений, внимание педагога или просто новизна обстановки? Расскажи. Всем здравствуйте. Я помню этот день поминутно. Я очень люблю балет, да, так скажем, искусство. И когда я, будучи еще учеником академии, я знал каждого, наверное, артиста по имени, фамилии и так далее, следил за творческой жизнью и ходил практически на все спектакли. И когда я пришел в театр, я пришел на класс, тогда еще занимались все вместе, можно было ходить на разные уроки, и я подумал, на какой планете, что тут такой звездопад. Я запомнил, на станке стояла Екатерина Кондаурова, Екатерёшкина, все звезды, которые мы знаем, которые со зрительной части казались абсолютно недосягаемыми людьми, вообще феи. Вот. И, конечно, дикое волнение, дикий страх и просто литры пота, я так старался, и очень было страшно. Мы стояли в самой последней линии где-то, чтобы никому не помешать, мы со всеми здоровались, со всеми, как Никсон, как в школе, грубо говоря. Вот. Но это было безумно страшно, но это потрясающе, потому что я даже не думал никогда, что я не то чтобы могу работать с этими людьми, вообще рядом стоять или поздороваться с этими людьми. Это невероятное ощущение, которым я желаю каждому испытать, на самом деле. Вот. Ром, спасибо тебе большое. Ты вернул меня в далекое прошлое 40 лет назад, ну почти 40 лет, 39,5 лет назад. Я впервые переступил как артист порог этого театра. И вот все, о чем ты сейчас говорил, я вспомнил, что оно было в точности так же. Еще хотел бы искренне поблагодарить тебя за то, что вот эта традиция, которая, как мне кажется, сейчас несколько нарушается, и
не все получается так, как должно было быть. А то, о чем ты сказал, что ты ходил на все спектакли. Вот вспоминая себя, могу сказать, что с 5-8 класса я не пропустил ни одного спектакля в этом театре. Мы все спектакли смотрели с третьего яруса, с галерки, стоя. Мы знали действительно, как ты говоришь, всех артистов практически по именам. Мы знали, кто какие партии танцует. Мы не ошибались. И мы знали состав, который вечером танцует. И четко говорили, мы идем вот на того-то смотреть, мы идем вот на того-то смотреть. И вспоминая вот свою школьную жизнь, я помню, что впервые и, наверное, единственный раз за все время, пока я смотрю балет, я видел в этом театре бис. Это был бис Марата Даукаева в балете «Дон Кихот» на утреннем спектакле в партнерстве с Татьяной Тереховой. Он единственный раз вот на моих глазах прошел бис, когда человек, публика не отпускала настолько, что ему пришлось и кричали бис. Он выходил 10 раз кланяться после вариации, и его не отпустили до тех пор, пока он вариацию не повторил. Вот это вот школьные впечатления там какого-то 80-го года, наверное. Поэтому спасибо тебе за то, что ты настолько заранее уже был готов, серьезно готов к этой профессии и любил ее действительно по-настоящему. Спасибо. Маша в центре. У меня к тебе такой вопрос. Он простой, с одной стороны, но с другой стороны, мне кажется, сложно, и он может очень многим помочь, вот тем, кто сидит сегодня напротив тебя здесь в зале. Задал его какой-то студент. Так, какие советы педагогов школы вам пригодились уже в театре? Очень, мне кажется, ценный совет – мне кажется, может дать не только педагог в школе, но лично я услышала эту фразу от своего педагога Людмилы Валентины Ковалевой. Очень простая, стара как мир эта фраза, просто никогда не сдаваться и ничего не бояться. И действительно, если ты понимаешь, чего ты хочешь, и ты действительно знаешь, к чему ты идешь, страх совершенно излишен и точно так же, как и отчаяние. И я считаю, что этот совет первичен вообще в моей жизни. Я всегда вспоминаю о нем, когда мне трудно. В принципе, наверное, все, что я могу сказать. Может быть, кто-то из вас, ребят, хочет добавить, что-то вот педагоги вам говорили такое, вы на это не обращали внимания в школе. Так же, как и они сегодня, да, им говорят, они думают, да ладно, Господи. Сева, возьми микрофон, пожалуйста. Просто это полезно с практической точки зрения, может быть. Ну, мне вот мой педагог, я вообще из Киева, вот закончил Киевское государственное училище, он всегда говорил, мы у него были первый выпуск, вот, и он всегда говорил, делай все на максимум. Вот, и тоже как бы простая фраза, да, но понимаешь, что всегда твоя отдача должна быть вот больше 100%, иначе тогда все как-то приобретает смысл. Вот, и когда с полной отдачей, вот больше, чем на 100%, тогда как-то и хочется делать, и хочется танцевать, и хочется работать, и есть результат, вот, и как-то все преобразуется. Спасибо, Сева. Маша хочет что-то добавить. Маша. Говорила, всегда должны нести за себя ответственность, всегда делать все за себя сами. Людмила Валентиновна всегда нам говорила находить музыку, фонограмму для того, чтобы мы репетировали вариации, костюмы, ходить, мерить самим и учить порядок самим всегда. И действительно, тогда это было как-то странно. Казалось, что вроде нас должны учить, вроде за нас должны все сделать педагоги, но это безумно пригодилось в театре. И, конечно, хотя и в театре тоже все всегда помогают, но все равно, конечно, ответственность такой базовый принцип. Поэтому я Людмиле Валентиновне за эту школу очень-очень благодарна. Спасибо. Мэй, есть персональные вопросы к тебе? Их несколько. Чем отличаются уроки на Западе и в Мариинском театре?
особенности методики. What's the difference between the class in Мариинске and in the West? And, и второй вопрос. Сохранились ли в Монако русские традиции балетной педагогики? If in Monaco, in the school, in the Academy of Princess Grace, they have some Russian tradition or it's disappeared? Okay. Hello. Я буду говорить по-английски. I will speak English. Yes. So I will answer the second question. Да, я отвечу на второй вопрос. First, we didn't have any Russian teacher. У нас не было русских педагогов в Монако. So for me, it was a kind of a big shock when I came. И для меня, here, когда я приехала сюда, это было огромным шоком, когда я первый раз пришла на урок. First thing I saw was the первое, что я увидела, the way of using the upper body. Это то, как все держат корпус. Это было совершенно не так, как у нас. Да, совершенно по-другому. И когда я смотрела спектакли, я тоже видела огромную разницу между тем, чему я научилась в Монако, и то, что я видела здесь. Первый спектакль, который я увидела здесь, была «Жизель», и я прекрасно помню Екатерину Асмулкину, которая танцевала «Жизель». И я была потрясена, как красиво она двигала корпусом и руками. И во втором акте, когда появляются виллисы, я сидела в ложе с преподавателями, прямо практически на сцене, и у всех были абсолютно одинаковые руки и абсолютно одинаковый верх корпуса. И я не могла оторвать глаз. Мне даже не надо было смотреть на положение стоп и на технику всех танцоров. Вот просто в самом корпусе была вся красота этого балета. И тут я поняла, да, это совсем не то, чему я училась в Монако. Окей. And in Monaco, I repeat the second question. In Monaco, they have the Russian tradition. В Монако есть ли у них русская традиция преподавания или нет вообще? So now we have a director is Italian. Сейчас у нас директор итальянец. Before this director, we had Russian. А до этого у нас был директор русский. Yes, she was Russian, and I'm pretty much sure that she had a Russian method. Да, она была русская, и я так понимаю, что это была русская методика, а сейчас нет. Сейчас у нас because, мы know, не придерживаемся метода Вагановой. Because in the Russian season, Diaghilev Diaghilev построил труппу в Монако, и там остались многие русские танцовщики. Это было началом балета в Монако, именно в этой части Франции, потому что там было очень много русских танцовщиков, которые остались после труппы Дягилева. Сейчас в Монте-Карло у нас есть балетная труппа. Директор Жан-Кристоф Майо. И он ставит свою собственную хореографию, она более современная, неоклассическая, больше свободный, более свободный верх корпуса. И такой новый современный стиль. Так что нет, у нас нет этого в чистом смысле классического стиля Монако. И еще один вопрос к тебе, Мэй. One more question for you, Мэй. Почему в вашем репертуаре в театре практически нет современной хореографии, только классические балеты и неоклассика? Почему? Why? Why? Почему? Why? Почему? You're not interesting the modern dance? Неужели тебе не нравится современный танец? Of course, I'm interesting, but конечно, мне интересно. What I dreamed about since when I was young was to dance this. Но я с детства мечтала танцевать классический балет. И он мне и нравится. Are you still happy with your rep? Ты все еще счастлива, что у тебя такой репертуар? That's why I'm here. Конечно, поэтому я и здесь. Okay. Thank you. Хорошо, спасибо, Мэй.
Камила, вопрос к тебе. Этот вопрос адресован вообще к артистам-иностранцам. Что сподвигло вас выбрать местом работы именно Мариинский театр? Это первый вопрос. Но есть еще один. Добрый вечер. Рассказать, как я сюда пришла? Ну, если это не секрет, Камила, расскажи. Ну, я училась 3 года в Москве. И в конце 3-го курса я участвовала в конкурсе «Русский балет». И Юрий Валерьевич являлся членом жюри этого конкурса. И после конкурса он меня пригласил сюда. И для меня, естественно, это был большой шок. Я абсолютно, ну, прям я не ожидала этого. Как бы во время этих 3 лет, когда я училась в Москве, я, ну, честно говоря, я думала о том, что потом, ну, я мечтала о том, что идти танцевать в большие театры. И когда меня сюда пригласили, вот для меня был большой шок. И, ну, я как бы поговорила с Юрием Валерьевичем и поняла, что для меня это место как-то будет, что это будет мое место хорошее для меня, вот так скажем. Это будет то место, есть, где я смогу развиваться. То есть сила моего убеждения была велика? Да. Да, да, да. Вот. Хорошо. А были ли трудности у тебя с общением в коллективе, вот когда ты пришла в театр работать, поскольку ты иностранка, да, может быть, были какие-то проблемы, и как ты преодолела языковой барьер? Ну, наверное, как ты преодолела языковой барьер, всем понятно сейчас уже из того, что как ты говоришь. Спасибо. На самом деле, да, были трудности в начале первого, вообще, можно сказать, даже во время всего 1-го года, потому что, мне кажется, просто коллектив, люди не знали, что я разговариваю по-русски, и из-за этого как бы создавался такой, ну, как сказать, барьер, я не знаю, как бы, мне кажется, просто не ожидали. Вот, и с момента, когда все как бы это поняли, я начала больше общаться, как бы было все очень легко, и сейчас мне очень комфортно в коллективе. Как мне кажется, очень сразу, как ты пришла в театр, у нас была поездка в Италию, да. Мы поехали на гастроли, и ты в Италии всем очень помогала со знанием итальянского языка. Да, да, да. Это, конечно, было большая удача была, потому что театр не очень часто гастролирует по Италии, вообще ездит в Италию. При том, это был твой родной город. Да, это было именно в Турине. То есть это прямо, я даже не знаю, это мне прямо очень повезло было. Как бы. Я старался, Камила. Вот, и да, мы, конечно, гуляли там по Турину. Но если кому-то было нужно, я помогала. Вот. Спасибо, спасибо. Сева, давай я спрошу тебя. Ты, помимо того, что ты отучился, закончил Киевское хореографическое училище, да, ты учился еще год в Америке. И в связи с этим, поскольку на Западе очень распространено участие в балетных конкурсах, их там очень много и разного класса, калибра. Вопрос такой от кого-то из студентов. Как вы справлялись со стрессом, участвуя в балетных конкурсах? И случались ли моменты отчаяния, когда что-то случается в жизни и в профессии не так? Что помогает вам справиться с таким состоянием? Да, если честно, я на конкурсах достаточно часто бывал, вот и на Варне, и мы даже на Джексон готовились, но не поехали, и вот на YGP раза 3, и в Киеве тоже конкурсы были. И всегда боролся со стрессом, и борюсь до сих пор, вот я думаю... Это то, что всегда будет в этой профессии, вот. Но самое главное — это научиться просто контролировать этот стресс, чтобы этот стресс тебе давал энергию, а не забирал. У меня было не раз такое, что я на конкурсе мог очень хорошо выступить, потому что вот был спокоен, и когда ты спокоен, как-то волнение присутствует, но при этом у тебя думает голова, и ты получаешь наслаждение, то есть ты не пережимаешь все. А были, если честно, такие конкурсы, после которых просто депрессия, слезы. И я хотел бросать не раз вообще в балет. Я думал, так, ну, наверное, не мое, раз так идет. Вот. И конкурсы помогают. Конкурсы этому помогают. Это такая закалка. Вот. Мне кажется, по-любому нужно ездить на конкурс, получать этот опыт. Как говорят,
главное участие. Вот, я сначала, меня это расстраивало, а потом со временем ты понимаешь, что хорошо, что это было, чем вот не было, потому что это опыт, который всегда у тебя в багаже, который я даже вот сейчас могу использовать. То есть как бороться со стрессом? Вот сейчас я знаю, как бороться со стрессом. Это мне, кстати, еще помогли мои травмы. Бороться со стрессом, вот, после травмы ты вообще, наверное, другое приходишь. Это просто понимать, зачем ты это делаешь, то есть ты танцуешь, а танцевать это просто удовольствие, вот, и делиться с этим удовольствием еще и со зрителем, мне кажется, это дорогого стоит. То есть настраивать себя просто на танец, на удовольствие, но при этом думать. И делать. Ну и до этого, до самого спектакля, наверное, выступления, ну это впахивать просто. Работать на 200%. Вот. Да, Сева. А вот по поводу отчаяния. Вот, да, вот ты сказал про свои травмы. Да, мы знаем, что ты готовился, в самый последний момент раз и случается травма. И естественно, как бы человека постигает отчаяние, это нормальная реакция, потому что если бы тебе было все равно, и ты бы никак не отреагировал, а обрадованно пошел бы, как бы лег на диван и стал смотреть телевизор, это было бы, наверное, ну, показатель того, что ты не в той профессии находишься. Что тебе помогало в те моменты, когда вот ты понимаешь, что ты шел и не дошел, на самом последнем шаге ты споткнулся? Вот что тебе помогало вновь обрести силы и не отчаиваться, и снова начать, вот ты как бы практически до конца горы дошел, оступился и скатился в самый низ, и нужно подниматься снова. Вот как найти в себе силы? Спасибо вам за такой вопрос. Вот, слава богу, у меня есть просто опыт по этой теме. Такой свой, может, маленький. Отчаяние было, вот вы правы, было большое, честно. Ну, были разные мысли, вот, потому что было очень обидно, вот вы правы, когда и ты идешь, а потом просто резко все обрывается. Ну, помогло это анализировать, почему так произошло, и помогло, вот как Маша правильно сказала, это не сдаваться. Ну, просто я сильно люблю это дело, вот, балет вообще просто целиком, чтобы так вот просто, знаете, какое-то вот преткновение на твоем пути, чтобы помешало мне. Ну, как бы достичь какого-то, да, успеха или просто заниматься, танцевать. То есть я сильно люблю это дело, чтобы просто так останавливаться. Так что помогает это анализировать, из-за чего, ну, там, какие-то травмы происходят. Где-то вот нужно отдыхать, где-то там следить, где-то там закачиваться, ну, как-то больше, где-то растягиваться, вот. Где-то более... Например, вот последний раз, когда я сломался, мы с Машей готовили лебединое. Вот, и я был не совсем в форме. Ну, то есть это было сделано чисто так по глупости, вот именно сейчас, как я понимаю. Ну, потому что не было правильного подхода, не было правильной подготовки к этому. То есть самое главное — это анализировать, вот. Ну и понимать, почему ты это делаешь. И не останавливаться. И не останавливаться, конечно, да. А еще вот мне такая фраза тоже простая помогла. Я помню, после второго больничного я вот приехал, и сразу были гастроли в Китай. Вот, мне как-то повезло, я попал туда, поехал, «Жар-птица», я помню, танцевал. И я потом, помню, своей сестре звоню, мы с ней вместе вот так заканчивали балетную школу, она тоже балетная. Я говорю, ну, я как-то снимал видео, смотрел на себя со стороны, и просто там стопа вот такая, ноги никакие, и так все обидно, что ты не в форме, вот. И я ей говорю, все, наверное, это все, я хочу бросать. И она классную фразу сказала: аппетит приходит во время еды, вот, то есть самое главное начать работать, там все пойдет. Сева, а кто-то помогал тебе, вот, ну, поддерживал тебя в труппе, педагоги, руководитель, может быть? Если честно, вот, Юрий Валерьевич, вам очень благодарен. В труппе партнерши, вот Маша, в основном я всем партнершам тоже благодарен. Мы вот просто с Машей были именно такие ситуации, когда там и ломался, и с этим лебединым, и все подряд. Вот Маша очень помогала, вы, педагоги, да все. Сейчас на такая труппа, я вот даже до сих пор, я иногда так как наблюдатель смотрю со стороны и понимаю, что как же мне повезло, что тут все артисты, профессионалы, все человечные. Это было с первого дня, вот, и... Это в театре есть, мне кажется, и будет всегда. То есть поддержка здесь просто не убавлять. Спасибо. Спасибо. Маш, специальные вопросы тебе. Для Маши Хоревой.
Поделитесь вашим секретом, как вы все успеваете. Вы ведете спектакли, написали книгу, окончили бакалавриат Вагановской академии, ведете Инстаграм и Ютуб-канал. Как вы все успеваете монтировать, писать тексты на английском и русском? Ой, спасибо, мне очень льстит, конечно, этот вопрос. Я точно могу сказать, что вот, во-первых, начиная с того, что закончила бакалавриат, тут вот практически все люди сидят, некоторые или поступили уже на магистратуру, закончили магистратуру, поступили и учатся. Это я всегда восхищаюсь тем, насколько люди, которые меня окружают, даже вот именно в этой компании, в этой труппе, я просто смотрю и думаю, супер люди, люди с детьми, которые еще успевают и репетировать с кем-то, и тоже заканчивают образование, и еще и танцуют на сцене. И мне кажется, что вот эта творческая атмосфера, которая в нашей труппе присутствует и которая так нас всех вдохновляет, она помогает нам всем не останавливаться и идти все время вперед и искать для себя, может быть, искать какие-то новые трудности, искать новые препятствия, через которые... Не препятствия, а искать новые вещи, с которыми нужно бороться, которые нужно преодолевать, чтобы становиться лучше. Потому что вокруг нас столько вдохновения, вот как Роман сказал о том, что пришел на класс и видел всех звезд. Мне кажется, мы до сих пор сейчас тоже чувствуем себя настолько счастливыми, что каждый раз, приходя на класс, столько вокруг вдохновений, столько вокруг примеров для подражания и совершенно разных, уникальных артистов, которые не перестают каждый день работать над собой. Я на самом деле искренне удивляюсь тому, насколько в каждом артисте велико желание совершенствоваться каждый день. И поэтому это просто огромная мотивация тоже стараться всегда все-все-все успевать. И, конечно, если говорить о соцсетях, то мне просто очень всегда хочется поделиться вот этой моей благодарностью и тем, какой я, ну, счастливый человек, что вокруг меня такой вот насыщенный вдохновением, насыщенный творчеством воздух. Поэтому, наверное, вот это все время меня и всех нас как-то двигает вперед. Вот эта вот творческая атмосфера и, да, нашего театра. Спасибо, Маша. Маша, ты человек по характеру... Нет, не грустный. Ты человек веселый. Разным бывает. Мне кажется. Я задам тебе такой вопрос, который пришел от студентов. Есть и были ли у вас моменты на сцене, которые хочется забыть? Или наоборот, самый смешной случай на сцене? Безусловно, есть моменты, которые хочется забыть. И не только на сцене. Я часто, особенно почему-то они чаще всего вспоминаются, то, что хочется забыть, особенно когда нужно, там, например, сконцентрироваться или нужно ложиться спать, обязательно вспомнится какая-нибудь лажа на сцене. Конечно, я думаю, что у всех это есть, наверное, какие-то моменты, которые хочется вспомнить. Смешные случаи. Да, конечно, безусловно. Вот позавчера танцевала Эйфи в Сильфиде. Я не знаю, вы заметили или нет, но я признаюсь публично, я наврала в риле. Я видел. Вот. Я очень долго думала, интересно, заметят или нет. Ну, так как я стою там спереди, как бы посередине, трудно не заметить. Эта ситуация уже не в первый раз происходит. 2 года назад была идентичная. Я тоже наврала в риле почти в том же месте. И тогда я еще была не такой опытной вруньей. И... Ну, я не стала даже пересматривать, потому что мне было страшно. На моем лице отразилось это очень сильно, я очень хорошо помню этот момент. Я не буду сейчас произносить, что я там сказала. Нет, все цензурно было, но лицо было очень выразительное. Не той девочке, которая выходит замуж, которая счастлива, конечно же. Вот. Ну, вот позавчера, например, да, я очередной раз наврала рил, хотя 3 раза его повторяла. Ну, как известно, чем больше ты хочешь где-то не облажаться, тем больше вероятность это сделать. Но, в принципе, я считаю, что такие моменты добавляют какой-то остроты ощущений в жизнь. И
Будет что вспомнить на пенсии, так веселее, конечно. Я не знаю, сейчас мы все посмеемся, здорово. Я последние 5 минут спектакля думала, интересно, убьют меня или нет. Думаю, сделают ли мне вид, что я как бы все как в порядке, или все-таки ну, признаться там. Ну, вот сейчас все-таки призналась, видите, все-таки я честно сейчас пересилила себя. Вот. Что касается приятных моментов, которые хочется вспомнить, с ними посложнее, потому что, как правило, на сцене я стараюсь концентрироваться, дабы не происходили такие ситуации, как было позавчера. И даже когда, в принципе, у меня получается это сделать и выходят относительно меня довольно-таки удачные спектакли или ну, вообще что-либо довольно удачное, я в тот момент, когда это происходит, это почувствовать не могу в силу того, что, ну, может быть, у меня такая психика, и я просто не в состоянии как бы все осознавать сразу. И, ну, я не могу сказать, что я живу воспоминаниями, но... смешных моментов больше, чем удачных. Вот так. Ну, это здорово. Спасибо. Да, конечно. Вот я как раз хотел предложить, может быть, у кого-то есть какие-то смешные моменты, про которые можно было бы рассказать? Сейчас можно для начала извиниться, Юрий Валерьевич, вот за то, что у меня было много и смешных, и стыдных моментов на сцене, честно. Даже бывало такое, вот, что все там заканчивают после тура в колено, а я вот так просто. Бывало и такое, но и бывало сейчас парочку смешных, но и стыдных. Это не надо повторять, с этого нужно как бы уроки какие-то делать. Вот. А первое, это я помню, была премьера Раймонды, вот, и я никогда не пришивал балетки. То есть, и мне если давали новые, то ну, у меня стопа как-то вот хорошо, я ощущал себя в новых балетках и никогда не канифолил. Вот. А тут почему-то не пришлось так в этот раз, и я выхожу в первой линии, вот, крампа, и у меня просто сначала одна пятка слетает, и потом другая. И я помню, в какой-то момент я понимаю, что, чтобы они полностью не слетели, мне нужно вот так вот прям по первой вот так идти. И было и стыдно, и смешно, и не только мне. Вот, но такое воспоминание есть, и... Это здорово, я как бы сделал сейчас, я канифолю балетки, пришиваю. И второе, это тоже вот был рил. Тогда солист был Давид Залеев, вот, и темп был очень быстрый. И в конце, вот я двоечку танцевал, и в конце я отхожу, и мы не успеваем делать этот поворот, я закидываю ноги, вот, и так вышло, мы как-то пересеклись наверху уже в прыжке с Давидом. И я прям падаю на спину просто. Я еще помню, вы тогда спрашиваете, я почему упал, а я, честно, вообще не понимаю. Я тогда сказал, склейка скользкая была. Вот. Но, если честно, я не знаю, как это произошло, но это было достаточно смешно. Это даже можно увидеть в соцсетях. Вот. Спасибо. Маша, ты что-то хотела рассказать? У меня есть очень смешная, но очень интересная. Я обожаю эту историю. История на гастролях в Вашингтоне во время «Корсара». Там есть такой момент, когда нужно достать нож из-за кровати. И, в общем, на кровати, на таком диванчике лежит Конрад, мой возлюбленный, который заснул, которого напоили снотворным. Точнее, он вдохнул пары этого снотворного. Вот, и нужно достать нож. Из боковой части кровати, он там подготовлен, лежит специально для этого. И когда потянет за руку злодей, нужно как бы этот нож спрятать за спину, и потом в нужный момент достать и ударить его по руке этим ножом. Нож небольшой вот такой. И до того, как у меня случилась эта смешная история в «Корсаре», один раз было так, что в предыдущей сцене нужно, чтобы поставили бокалы и графин с вином на кровать. А мне в один из спектаклей не поставили эту посуду на диван, и, в общем, мне пришлось за ней идти в кулисы. И я подумала, что, ну, наверняка могут случаться такие несуразности, какие-то неурядицы на сцене, и, ну, всякое может быть. И я почему-то на одном из спектаклей
решила, что нож могут положить в любое место, не только сбоку кровати, но и я, в общем, наклоняюсь к Конраду, который лежит, спит, и чувствую, что из-за подушки, из-под подушки торчит какая-то рукоятка какого-то ножа. Ну, в общем, я думаю, ну ладно, окей, положили, значит, сюда нож. Ну, думаю, буду действовать по ситуации, достаю, значит, этот нож. И вот я вот так вот, просто как будто замедленная съемка в моей голове, достаю вот так вот этот нож, а он оказывается саблей. Вот такой вот гигантской саблей. Да, ну это было очень смешно, на самом деле. Ну, мне, естественно, пришлось с этой саблей бежать. Это было очень комично. Да, потом, помню, педагог наш Игорь Юрьевич Петров после спектакля сказал, ну что, Маша, и с саблей тоже можешь, да? Ну, это было очень мило и очень смешно, но да, такие вещи случаются, и есть что вспомнить, это здорово. Мэй, а у тебя были смешные случаи на сцене? After all this funny story, I cannot say I had. После всех этих смешных историй, мне кажется, что нет, не было. I can only remember the scary story. Я могу только вспомнить страшные истории. Before the performance of Silfide again. Перед Silfide. Yeah, it was the third bell was already there, and уже прозвенел третий звонок. For me, the thing I have to do before the performance is to sew the conches, the ribbons, and to sew the ties and conches. And I did everything, and I was like, okay, I'm ready. And I positioned myself. Я подумала, все готово. And something was not going well with my punches and ties. А что-то с моими колготками и пантами было не так. And I was like, okay, it was very slippery. Maybe I cannot. And then I stood up, and my punches just came on the heel, like it just. Мои пуанты, you know, просто отвалилась пятка. Даже не знаю, как сказать. Да, скользнула с пятки. And I had to just run to my. И мне пришлось побежать в раздевалку. What I saw, and it was распороть все, что я только что пришила. I was feeling like, okay, I think I have to just skip the performance. И я подумала, вообще не надо сегодня танцевать. I don't know, the worst. И это memory. Самое плохое мое воспоминание. Не то чтобы оно смешное, но сейчас, конечно, когда я это вспоминаю, мне смешно. А тогда было просто страшно, и я не хочу это вспоминать. И даже ко мне пришел Юрий Валерьевич, сказал, у тебя все в порядке? Я сказала, да, да, в порядке. Но мне кажется, на лице моем было написано, что нет. И я все снова сделала. У меня даже не было времени пришить пуанты опять, и я вышла на сцену, было очень страшно. Камила, нечего добавить смешного? Но я не знаю, насколько это смешно. Вас не было тогда, может быть, слава богу. Вы были на гастроли, по-моему, там в Америке вы были, и у меня была премьера в «Худышке», в «Золушке». И в третьем акте есть такая, ну, есть бой, борьба, в общем, между «Худышкой» и «Кубышкой». Там бокс прямо есть. Да, бокс. И там есть такой момент, когда надо менять ноги очень быстро и потом делать такой, ну, как батман вперед и аттитюд назад. И я меняю ноги и просто, я не знаю, я не чувствовала больше стопы, и я упала прямо вот так назад. И как бы я слышу, как все из кулис смеются, потому что это еще такой, ну, это прямо бокс, то есть это на самом деле. Потом Татьяна Васильевна сказала, что это могло бы и быть, как бы, ну, в хореографии. Как part of choreography. Да, потому что, ну, это было, наверное, для всех это было смешно. Я, естественно, испугалась, потому что я прямо, ну, это был первый раз, когда я упала прямо так сильно на пол, вот, во время спектакля. Ну, хорошо, что в такой ситуации. То есть это не нарушило художественного смысла? Я не знаю. Это надо спросить у публики. Вот. Спасибо. Спасибо. У меня не очень много было смешных историй. Так интересно, перед встречей я Маше задаю вопрос. Представляешь, задают вопрос, самая интересная история, которая произошла с тобой на сцене. Она говорит, у меня пустая голова, я не знаю, что ответить. Я говорю, у меня тоже. Я задаю такой вопрос. Смешных не было, на самом деле. Падал жестко, было очень стыдно.
Ну, потом я, так было интересно, я упал и в парке падал, и вот недавно в Шахерезаде запутался в штанах. А Вика мне Терешкина говорит, у нее она была Шахерезадой как-то раз, и у нее проходка величественная по самой рампе сцены, и она идет и с таким грохотом падает, ей смешно, и стыдно, и я думаю, ну если Вика Терешкина падает, то со всеми может быть. И недавно произошла такая ситуация на «Временах года». У премьеры была у Владимира Шклярова в хореографии «Илья Живого». Был большой ажиотаж, потому что у Володи была премьера. И во время лета у меня не вставили ластовицу в штаны, и у меня рвутся штаны так сильно. А я стою спиной к зрителю и понимаю, что Владимир не главный персонаж этого спектакля. Вот, ну ничего, все вроде как закончилось хорошо. Спасибо. Я вспомнила такую забавную историю, она связывает нас с Камилой. Мы были на гастролях в Корее, в Сеуле, мне кажется, но мы точно были первый раз, и был Дон Кихот, и поскольку мы танцевали классическую семерку гран-па, то мы были задействованы, в принципе, только во втором и третьем акте, но так как не берут весь объем труппы с собой на гастроли, то в первом акте в Мимансе кто-то должен был сидеть, и как бы посадили нас с Камилой по центру, за стучать стол. Стучать в бубен. Да, даже мы, по-моему, просто сидели, в общем, там продавали рыбу, чокались со всеми, там разговаривали, но случилось так, что у нас не было опыта, то есть мы как актрисы оказались не очень важны. И на генеральной репетиции, я помню, ну мы сидим, как бы, ну что, сидим, Камила как-то так сидела, я сидела вот так, в общем, как могли, так и сидели, и потом к нам прибегает Лена Николаевна Воронцова, нашего репетитора, и говорит, девочки, вы что, с ума сошли? Одна как балерина сидит, а другая как будто дома у телевизора, ну-ка давайте, соберитесь. Ну, в общем, мы потом с Камилой продумывали мизансцену, как мы там общаемся, как мы там сидим, как мы там встаем. Я, кстати, тоже помню, что танцевали Виктория Терешкина «Кимин Ким», вот спектакль, и у меня было такое желание все время, когда они заканчивали вариацию или даже вскочить и начать хлопать, а потом я вспоминала, что я на сцене, надо спокойно сидеть. Вот. Ну, вообще очень такой интересный опыт и забавный. Ну, такой, как бы ты смотришь, вроде как зритель, но ты при этом на сцене и с другого ракурса на всю картину. Да, ну вот, вот так. Можно еще добавлю одну? Я сейчас вспомнил, ты говорил, мы с Машей в школе, тоже в Японии, про Японию, мы ездили на гастроли со школой, с академией, мы танцевали с ней «Щелкунчик», и у нас была сцена, я не помню, город, она была круглой, и там вход был двери, да, там был вход как такой двери, не кулиса, а дверь. И маленькая адажо, я ее поднимаю в стульчик и должен ее унести. Но я не подумал о том, что я только вхожу в дверь, а Маша не входит в дверь. И Маша вот так по стене сползла. В общем, это было тоже забавно. Маш, я хочу задать тебе вопрос, который пришел от студентов. Бывают ли у тебя кошмарные сны, связанные с балетом? Что может пойти не так на спектакле и как выходить из такой непредвиденной ситуации во сне и наяву? Ну, да, сны у меня бывают. Я не знаю, может быть, мне кажется, у всех ребят. Ну, мне кажется, это такая вот проблема всех балетных людей. В основном, мне кажется, можно уже даже типизацию снов кошмарных балетных. Это опоздание на спектакль, это то, что ты забываешь порядок, это то, что ты падаешь. Ну, и опаздываешь выйти на сцену. И опаздываешь выйти на сцену. Бежишь и не можешь выйти. Да, да, да. То есть у тебя уже твоя музыка, ты уже вот как бы идешь, а как будто до сцены километр. У меня бывали такие сны, что, допустим, мне нужно танцевать что-то классическое, у меня почему-то черное трико. Я не могу найти нормальную, как бы, ну, туфли там, не могу найти еще что-то. Вот, был как-то раз такой достаточно забавный сон, мне приснилось, что я должна была танцевать «Лебединое озеро», и звучит третий звонок, ко мне подходят и говорят, нет, ты сейчас будешь танцевать «Щелкунчик». Я думаю, ну ладно, я знаю порядок, я станцую, вот что-то такое. Во сне, ну, я обычно просто просыпаюсь, как-то и так вздыхаю, что, слава богу, это был сон. В жизни с непредвиденными ситуациями, ну, мне помогает такая концепция, что если что-то идет не так, нужно успокоиться и вот решать все постепенно. То есть как бы проблема шажочек за шажочком, проблема за проблемой. И потихоньку, таким образом, ты не потеряешь время и выйдешь из трудной ситуации. Скорее всего, хорошо выйдешь, удачно. Ну вот, наверное, как-то вот так. Спасибо. Спасибо, Маша. Ром,
я хочу задать вопрос тебе. И вот задавая этот вопрос, я перед глазами вижу картинку. Это второй зал НИИС в Академии русского балета. И вы вместе с Пашей Остапенко занимаетесь уроком. Ну вот почему-то я это помню, потому что я приходил к вам на уроки, когда вы были еще студентами. И вопрос такой: какой совет вы бы дали себе, выпускнику Академии, если бы оказались в прошлом? И вот я представляю тебя на уроке в сером трико. Да. Не могу сказать, что мне нравится этот цвет трико. Простите, Николай Максимович, пожалуйста. Безусловно, как бы не банально это звучало, нам всегда твердили, и совет себе даю. Я бы сказал себе, что нужно быть смелее, на самом деле. Я очень робкий, можно слово использовать? Да, так скажем. Не знаю, всегда ставлю какие-то границы дозволенного. Иногда смотрю на людей и думаю, наглость иногда помогает. Но ценить каждую минуту. Вы знаете, бывают такие ситуации, ты думаешь, у тебя оркестровая, вечером спектакль, а между ними еще 3 репетиции, можно сегодня не допрыгать до конца. А после спектакля приходишь и думаешь, и тебе стыдно то, что ты, например, не допрыгал. Иногда можно очень сильно загнаться, сам себя я могу накрутить о том, что я мог на самом деле сегодня сделать лучше. Вот. И ценить каждую минуту, потому что сегодня ты думаешь, что ты молодой. Как бы, да, странно звучит, наверное, из моих это уст, но приходят ребята, сейчас пришли ребята, а я не знаю, например, их имена, потому что, оказывается, уже 5 выпусков пришло. Но это очень быстро летит время, и цените время. Время – самый главный ресурс нашей жизни, и удачи. Камила, хотел бы спросить тебя, может ли артист в театре, в нашем театре, отказаться от исполнения партии в спектакле или в концертном номере по какой-то причине? Ну и привести пример причины, по какой причине можно отказаться танцевать? Ну, наверное, естественно, первая причина – это если какая-то травма случится. Это, которая вот приходит мне в голову. Но на самом деле у меня немного опыта в этом плане, как бы я. Ты не отказывалась? Нет. Ну, еще бы. Я как бы не знаю. Но я вижу, что да, иногда бывает. Я считаю, что вот первая причина – это всегда, ну, плохое самочувствие. Я думаю. Но вообще да, конечно, можно. Можно отказываться. Мне кажется, да. Я не знаю, Юрий Валерьевич, честно. Я как бы. Можно попробовать. Мне кажется, это. Я не знаю. Ну, думаю, да. Лучше не рисковать. Ну, как бы, да. А примеры такие есть? Ты видела такие примеры? Ну, я всегда видела именно, ну, что человек отказывается, потому что он себя плохо чувствует. Единственное. Ну, это естественно. Вот. Безусловно. А больше я вроде не видела, нет. Хорошо, спасибо. Давай. Вы знаете, я прошу прощения, одну секунду. Вот меня всегда восхищают такие артисты, будучи у нас, когда идет спектакль, танцует артист, и у него запас есть, сидит на спектакле. И вот, например, Екатерина Кандаурова, когда танцует этот человек, все знают, что она 100% выйдет. Запас может даже не оставаться в театре, потому что когда танцует Екатерина, она сразу говорит: «Уходите, я станцую всегда». Неважно, что со мной, и это дикое уважение, и всегда хочется стремиться к такому, что ты знаешь, что человек максимальный профессионал. Вот я очень уважаю эту балерину, просто максимально. Да, Ром, могу полностью присоединиться к твоим словам по поводу оценки Кати, потому что это было с первой секунды работы в театре. Даже получив, скажем так, ну, достаточно серьезную травму колена, у нее была операция мениска, у нас шли балеты Форсайта. Спектакль был через 10 дней. Через 10 дней Катя после операции уже танцевала не что-то, а балеты Форсайта. Это все off-balance, это все на колени, это все... Так что это действительно так. Это артист большой буквы. Маш, спрошу тебя. Как выпускнику
попасть в Мариинский театр на работу? Какие профессиональные критерии для формы, для внешних данных, профессиональной подготовки нужны? Какой должен быть уровень владения техникой классического танца? Это трудный вопрос. Мне кажется, это вопрос, может быть, не ко мне, а к вам, Юрий Валерьевич. Я могу только, наверное, сказать о том, что мне повезло учиться в Академии Вагановской, которая, в общем-то, с практически начала своего существования готовила именно артистов для Мариинского театра, именно для нашего города и для нашего театра. И мне кажется, что те критерии, по которым педагоги готовят своих учеников, они должны максимально подходить для нашего театра. Но именно, мне кажется, самый главный критерий — это, ну, сейчас упуская все профессиональные какие-то нюансы, потому что это действительно вопрос к вам, мне кажется, это любовь, это желание работать в этом театре. И это желание стать гармоничной частью коллектива, желание вложить свои силы в общее дело театра и желание действительно любить и уважать вот, каждый зал, каждого артиста, обычаи и все процессы репетиционные и спектакли. Действительно, вот настоящая привязанность к этому месту и преданность ему, не знаю, мне почему-то так кажется. На самом деле, вот тоже кто-то из ребят сказал о том, что у Сева, по-моему, что когда мы пришли, мы попали в театр. Меня лично очень удивило то, насколько люди отзывчивые, человечные, добрые, и вот каждый артист, потому что мы все, конечно, наслышались всяких историй про стекла в пуант и всякую другую ерунду, но Мариинский театр тоже мне кто-то говорил, что вот там какие-то все зависть, сплетни, какие-то все злые языки, там будут все смотреть косо на тебя, но вот вообще этого не было, и настолько все сплоченные, и каждый мой партнер, с которыми мне безумно везет в театре, каждый поддерживал, и просто все коллеги. И мне кажется, что вот на таком отношении вообще труппа и держится, и за это вам большое спасибо, Юрий Валерьевич. И, да, для меня, мне кажется, это такой главный психологический критерий, не знаю. Ну, от себя могу сказать, что артистов, которые вы видите сегодня перед собой, вот это и есть критерий. Поэтому очень просто. Я задам последний вопрос, который попрошу выбрать, кто на него захочет ответить из вас. Вопрос звучит так. Не хочу никому персонально его адресовать, но есть ли спектакли, которые вы исполняли, во время исполнения которого вы ощутили помощь и поддержку кардебалета? Да, Маш, пожалуйста. У меня просто есть совершенно конкретная история, когда 10 января 2020 года состоялась моя премьера в «Лебедином озере». Это был вообще первый большой балет в моей жизни, ну, не считая там «Школьного щелкунчика». Естественно, как бы было страшно, но, наверное, это нормально. Я помню, что я сидела, вроде бы разогревалась, так себя настраивала, что, ну, все хорошо, там, ты не бойся, ля-ля-ля, но, наверное, это было очень видно. И вот ко мне подошла девочка, моя коллега Настя Асабен, она так взяла меня за плечо и сказала спокойно: «Маша, ты просто помни, что когда тебе станет страшно, мы все стоим за тобой, и мы все рядом с тобой, и ничего не бойся». И я, честное слово, говорю, что в этот момент у меня отпустило вообще все, потому что я поняла, что со мной, ну, вот мой коллектив, как бы девочки, лебеди, с которыми я много-много спектаклей стояло плечом к плечу, и как бы я знала, что, ну, действительно, мы все вместе, и мы в этом спектакле танцуем не я одна, а мы все танцуем этот спектакль, и он как бы не мой, он наш. И наш, и зрители, и вот, ну, это какая-то магия произошла, так что спасибо Насте, это вот, ну, уникальный прям такой был случай. Спасибо. Сева, пожалуйста. А у меня вот тоже, когда была премьера «Корсара» в Конраде, вот, то
если честно, я был так удивлен, что тоже все тебя поддерживают прямо вот до самого выхода на сцену. Там вот начинается сцена, когда мы все лежим, и я танцевал вот с Витей Кайшетой и Кимин Кимом, вот, и они все, все, с кем ты танцуешь, все, весь кардебалет, просто все те, вот, с кем ты переодеваешься, вот, например, у нас в раздевалке, просто все поддерживают. И да, я согласен вот с Машей, это такую какую-то уверенность дает, и как будто бы, может быть, ощущение такой какой-то семьи, что ли, второй, вот так, или как твоего дома, но что-то такого близкого к сердцу, вот, а это, конечно, дает и спокойствие, и уверенность, то есть поддержка просто колоссальная. Спасибо, спасибо. Сева. Все? Теперь, ребят, если у вас за время этой встречи появились какие-то вопросы, может быть, вы хотите задать их артистам напрямую, пожалуйста, давайте. Здравствуйте. Я студентка Академии танца Бориса Рихмана и хотела бы узнать, как вы реагируете на комментарии под вашими постами? Следите ли вы за реакцией на вашу деятельность в интернете и как справляетесь с хейтом в ваш адрес? Спасибо. Ни в чей адрес хейта нет, все хорошо, правда? Мне кажется, вот тот же хейт, он полезен. Вот, мне кажется, любой комментарий полезен. Вот лично я слушаю любой, как бы, и конструктивную, и просто, например, там, когда говорят, ты там бездарность, вот, ты там ничего не можешь. И такое тоже, вот такие комментарии, они тебя мотивируют. Они мотивируют, как бы, идти в зал дополнительно и что-то делать, даже бывает после спектакля. Вот, ну а хорошее тоже, как сказать... Но они помогают, они, наверное, показывают, вот, что ты это делаешь все не зря, ну и приятно просто, но тоже, вот, мне кажется, хорошими комментариями нельзя слишком увлекаться. Вот. Я вот, честно, иногда воспринимаю как лесть, потому что потом смотришь на себя на видео и думаешь, ну, жесть. Вот. Я вот так. For me it's a little bit different, because I can be the... I can hate myself more than... anyone else. Because always after the performance, после спектакля, даже педагог или кто-нибудь еще мне говорит, что было прекрасно, а я говорю, нет, было плохо. Всегда есть что-то, над чем мне осталось еще поработать. И я всегда могу найти в себе что-то, что не получилось. Really good, и я очень плохо замечаю, что у меня получилось. А вот еще вы, кстати, Юрий Валерьевич, сказали, мы когда заканчивали сезон, вот сейчас предыдущий, вот мы, я помню, с Машей стояли, в Крыму были гастроли, вот после дыщ концерта Ратманского Алексея, и вы такую фразу сказали, я почему-то так запомнил, главное, чтобы искусство... Сейчас, секунду. Короче, главное, чтобы искусство было, чтобы оно просто, любая эмоция, любой хейт, когда наоборот радуется, вот, что тебе нравится, ну, как бы, когда зрителю нравится, вот, что ты танцевал, либо не нравится, это всегда хорошо, потому что, во-первых, это внимание. И вы сказали то, что искусство не должно быть, я вот не могу, пожалуйста, дополните, почему-то прям вылетело. Искусство не должно быть пресным, Сева. Оно должно пробуждать какие-то чувства. Оно должно в идеале оно должно пробуждать добрые чувства, хорошие чувства. Но оно не должно оставлять равнодушным. Да, вот, вот самое искусство главное. Не должно быть равнодушным. Спасибо. Вот. Именно вот эта фраза. Спасибо. Сказать. Ну да, я на самом деле хочу сказать, что я не соглашусь с Севой по поводу того, что комментарии хейт мотивируют или хорошие комментарии заставляют как-то порадоваться, потому что мне кажется, что
И один полюс и другой полюс — это такая немножко переоцененная часть нашей жизни и комментарии в социальных сетях. Конечно, люди хотят поделиться своими эмоциями, но в то же время, мне кажется, самое главное — прислушиваться к советам тех людей, которые близко, тех людей, которые окружают — это педагоги, это семья, это, опять же, коллеги. И те люди, которые действительно разбираются в искусстве, действительно знают много о нем, и те люди, которые, в принципе, желают добра и артисту, и искусству, и балету в целом. Поэтому, мне кажется, просто негативные комментарии, точно так же, как и чересчур позитивные, они могут заставить свернуть с того пути, который наметил сам для себя или который наметили для тебя те люди, которых интересует твоя жизнь, интересует карьера твоя и которые желают добра. Поэтому я считаю, что не стоит их воспринимать, естественно, не стоит близко к сердцу воспринимать какие-то чересчур эмоциональные комментарии и просто прислушиваться к мнению тех людей, которые рядом. Ну, это мое личное мнение на этот счет. И вот хочу дополнить, Машуль, просто мне так интересно, такая попалась такая информация, что очень зарядила, что на Ютубе на звуках природы, на видео 8 тысяч дизлайков. То есть людям всегда что-то будет не нравиться. И мне было бы на самом деле интересно, если бы кто-то написал некоторые комментарии, там, я считаю, что это было не музыкально, или какой-то конструктивный был бы диалог. А когда человек пишет ересь, ну, просто не стоит обращать на это внимание, в принципе, не растрачивать себя, свою энергию на других людей. Спасибо. Давайте еще вопросы. Курская София, Академия танца Бориса Ифмана. На протяжении пресс-конференции вы, Мария, и вы, Мэй, говорили про какие-то ритуалы или обряды, которые совершает каждый артист перед выходом на сцену. Расскажите про традиции, которые сложились внутри театра, или про какие-то особые обряды, которые делает каждый артист перед выходом на сцену. Спасибо. Это как космонавты перед вылетом в космос? It's for you. The question for you. Можно по-английски? Can I answer in English? During our conversation, you told about different traditions. Yeah. Or rituals, and what a ritual you have before the to the stage. I mean, may I answer in English? Yeah. So I told you about the punches. Я уже рассказала вам про пуанты. When I was in school in Japan. Когда я училась в Японии, еще до Монако, я всегда перед спектаклем или перед конкурсом, я всегда выходила на сцену и целовала центр сцены. Один раз я забыла это сделать и волновалась больше, чем обычно, и before going on stage. So I don't know. Не знаю. I can't really say that I have. Не могу сказать, что у меня есть какой-то важный ритуал. It comes natural. Это как-то естественно со мной происходит. Я даже не хочу об этом думать, честно говоря, потому что я тогда начинаю очень нервничать. Thank you. Маш, это к вам был вопрос. К тебе и к моим. Да, у меня тоже есть. У меня есть ритуал, я его всегда стараюсь выполнять. Да, я тоже, мне нужно потрогать обязательно сцену двумя руками перед тем, как выходить на сцену. Это дает энергию. Но вот, как Мэй сказала,
тоже иногда бывает, что не хочется как-то себя программировать на то, что если ты вот это сделаешь, тогда спектакль пройдет хорошо, или если ты это не сделаешь, тогда спектакль не пройдет хорошо. Потому что в любом случае, когда ты забывала исполнить свой ритуал, и спектакль проходил хорошо, или наоборот, когда ты делала все вот идеально, и потом спектакль шел не очень удачно. Самое главное, мне кажется, это просто вот так вот собраться, сконцентрироваться, отключиться от ненужных мыслей и просто выйти на сцену. Ритуалы иногда в этом помогают, но они не самое главное для меня. Самый главный ритуал, мне кажется, это репетиция. Да? Давайте еще вопросы. Вот здесь были. Добрый вечер, уважаемые артисты. Здравствуйте, Юрий Валерьевич. Я Софья Хорева из Академии Русского балета. И если говорить, вот Маша упомянула о переоцененной вещи. Недавно в своем интервью Павел Дуров говорил о трех переоцененных моментах и семи недооцененных, насколько я помню. А если чуть-чуть упрощать, вы не могли бы назвать два переоцененных момента балетной жизни и два недооцененных? Спасибо. Кто хочет ответить на настолько сложный вопрос? Сейчас чуть подумаю, чтобы не было такой лажи. Чуть-чуть подумать нужно сейчас. Софья поставила в тупик. Ну да, да. Можно? Сева, по-моему. Сева. Так, ну может быть сейчас буду лажать. А ну, по-моему, переоцененный момент — это вот это волнение. То есть это вот все у тебя в голове. Ты так выстраиваешь все и какие-то сам вешаешь ярлыки, что вот, например, какая-то партия, и такой, ну все, это так, это, конечно, ответственно, но ты просто как-то гиперболизируешь, вот, и навешиваешь свыше, чем есть. То есть на этом не заканчивается жизнь, вот, и, ну, как бы нужно просто выходить, танцевать. Вот, по-моему, переоценено это именно волнение, вот. Причем у каждого человека в голове, мне кажется, это присутствует, вот, и у каждого это по-своему выражается. А недооценено. Мне кажется, вот просто балет как искусство сейчас в общем. Ну, потому что, смотрите, вот даже сколько внимания на спорт, на тот же футбол. Вот, а мне кажется, я, конечно, понимаю, это две разные вещи, вот, но хотелось бы, чтобы балет был более актуален вот, на сегодняшний день. Именно вот для простого обывателя. То есть это хочется, чтобы было, наоборот, оценено больше. Вот, пока спасибо, только по одной. Достаточно интересный вопрос. Мне тоже кажется, смотря с каких ракурсов на него смотреть, и я вот, может быть, исходя из своего опыта, пускай небольшого, я бы сказала, что вот в массовых кругах, да, для большинства простых людей недооценена работа кардебалетного артиста. Ну, это вот на мой субъективный взгляд, потому что то, какие усилия вообще прикладывает человек, стоя в кардебалете, хорошую фразу говорит Светлана Захарова, что как это, ну, в кардебалете стоят. В кардебалете не то, что не стоят, там пашут и очень даже много танцуют. Вот даже сама вот эта формулировка, она уже немножечко как бы такая, ну не унизительная, но она просто неправильная. Вот на мой взгляд, нужно как-то более с уважением относиться действительно к тому, что делают люди, которые стоят в кардебалете, тем более, что кардебалет — это, в принципе, в переводе как бы основа, да, балетного спектакля, и на одних солистах никогда бы балет не продержался. Вот это недооцененная вещь, на мой взгляд. И вторая такая вещь, может быть, которая заслуживает внимания, я не знаю, честно говоря, насколько, ну, стоит ли ее вообще вот так обсуждать или что, но то, что каждому спектаклю, когда мы выходим на сцену, да, и солисты, и артисты кардебалета, очень много препятствий. То есть это не то, что тебя назначили на партию, ты вышел и безупречно станцевал. У тебя будет много проблем, связанных со сложными репетициями, может быть, с травмами, может быть, у тебя, ну, что в жизни может все что угодно случиться, и даже перед выходом на сцену все шло хорошо-хорошо, и вдруг бац, и случится что-то такое, что ты, ну, вот, будешь еле-еле контролировать, и зритель этого не знает. Может быть, это хорошо, и может быть, потому что это театр, но иногда просто, вот вы тоже спрашивали про комментарии, когда люди пишут какие-то вещи, они же не знают, что стоит за этим. То есть, как бы, вот твой результат — это танец. А что ты к этому приложил? Ну,
знают единицы, может быть, ты и твой педагог, и больше никто. С другой стороны, да, это искусство, и как бы искусство обязано быть безупречным, идеальным. Ну вот, а переоцененные вещи, не знаю, честно говоря. Мне кажется, все надо ценить в нашем искусстве. Вот. Но это мое мнение. Я бы от себя добавил, что не в плане недооцененности или переоцененности, а в том плане, что качество выпускаемых спектаклей всегда должно соответствовать тому, каким оно заявлено. И балет вообще это вид элитарного искусства. Это искусство, которым могут заниматься не все абсолютно, и которое понятно не всем абсолютно. Это балет избранных и для избранных. И поэтому огромное количество балетных трупп, компаний, которые по всему миру сегодня колесят и показывают так называемые «Лебединые озера», «Спящие красавицы» и тому подобное, это все принижает искусство балета. Вот это, мне кажется, вещь, которая недопустима. И танцевать такие великие балетные полотна классического репертуара, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баедерка», «Жизель», «Дон Кихот», «Раймонда» и так далее, могут только несколько балетных труп в мире танцевать так, как они должны быть. Именно поэтому я считаю, что это нужно высоко ценить и нельзя недооценивать. Пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте, я Анна Мячина из Академии русского балета. Хотела спросить, если вы могли бы вернуться в то время, когда вы учились, что вы бы поменяли, то ли в отношении к балету, или делу, или в обстановке? Спасибо. Что бы вы поменяли? Да, может, вы. Мне кажется, что это сейчас очень актуально для нас всех. Вот то, что вы, Юрий Валерьевич, сказали о посещении спектаклей. Я не могу сказать, что вот в наше время, когда мы учились, нам удавалось так часто посещать спектакли, потому что возникали какие-то... Как будто бы немножко разрушилась эта традиция вот этой вот связи поколений, когда все за всеми наблюдали, и когда Мариинский и Вагановская академия были настолько тесно связаны, что ученики могли просто так посещать спектакли. Мне кажется, что если бы я могла вернуться в то время, когда я училась, я бы заставляла себя в разы, в десятки и в сотни раз больше интересоваться балетом. То есть мне тогда казалось, что я интересовалась, и смотрела, нет, мы все интересовались, смотрели и думали про это, но мне кажется, что вот сейчас уже, поработав несколько лет в театре, я могла бы уже себе того времени сказать, на что обратить внимание, что нужно смотреть старые записи, что нужно всегда вот прослеживать эту связь от легендарных исполнителей к современности, и что нужно, конечно, чаще смотреть живые спектакли Мариинского театра, любого театра. И на самом деле вот балет, он просто, его глубина как искусство, несмотря на то, что это искусство для избранных, все равно вот его глубина, можно вот в любую сторону проследить такое гигантское развитие, актерское мастерство, техника исполнительская, там даже связь музыки и хореографии. Вот в любую сторону можно настолько заинтересоваться, что написать просто кучу диссертаций, и просто это может быть хобби, даже помимо профессии, это может интересовать всю жизнь, и это можно изучать, поэтому, мне кажется, я бы себе говорила, интересуйся больше, изучай, смотри, и именно вот постигай балет и находи в нем интересные и чудесные моменты. Спасибо. Пожалуйста, если есть еще вопросы. А,
Здравствуйте, я Чураева Аня, Академия танца Бориса Эйфмана. Я хотела спросить вас, Мария Хорева, а какие партии вам ближе всего, драматические, Жизель или Ники, или танцевальные, Баланчин и современные постановки? Спасибо. Спасибо за такой конкретный и интересный вопрос. Ну что ж, на самом деле я могу сказать, что и Жизель, и Никия такие потрясающие драматические партии. Опять же, вот в глубину можно думать и разрабатывать их, можно и нужно всю жизнь. Поэтому я не могу сказать, что какая-то из них мне ближе, потому что они такие разные, но в чем-то похожие. И это как целая жизнь в каждой роли, просто целая жизнь, и мне кажется, нельзя просто их так вот сравнить. А что касается Баланчина и современной хореографии, я, мне кажется, могу точно сказать, что это Баланчин, потому что вообще балет Баланчина — это какое-то огромное удовольствие эстетическое для зрителя, и тоже эстетическое и какое-то такое физиологическое удовольствие для танцовщика, потому что такая, с одной стороны, сложная, с другой стороны, удобная и музыкальная хореография, и очень здорово, что в нашем театре много Баланчина, и я безумно рада, что удалось станцевать в его балетах. Это, конечно, гений 20 века, и мне кажется, то, что он создал, вот эта основа неоклассики, для меня значит лично больше, чем современной хореографии. Возможно, потому что я не так много себя в современной хореографии пробовала. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Патрик Бенак, я студент Академии русского балета, и я хотел вас спросить, как вы, ну, когда вам дают главную роль станцевать, как вы к этому готовитесь, ну, по дыханию или ноги, чтобы они не уставали так рано или что-то, потому что станцевать полный спектакль с трех действий, конечно, нелегко. Спасибо. Ну, я думаю, это прогон, как можно больше прогонов, вот, как я тоже на своем опыте понял, и бывало такое, что я умирал на сцене, вот Юрий Валерьевич знает, просто прогонять, и вот ментально, мне кажется, самое главное настроиться, быть готовым к этому, иначе тоже были такие моменты, когда выходишь и просто все боишься как будто бы делать, не знаю, какое-то волнение тебя прям вот целиком как-то съедает прям, вот. И мне кажется, нужно ментально быть спокойным и прогонять как можно больше. Как вы сказали, Юрий Валерьевич, ритуал — это наши репетиции, вот. Вот на самом деле мы сейчас все сидим здесь молодые, и мы тоже хотим задать этот вопрос балеринам. Я иногда смотрю, Алина Сомова станцевалась наисложнейший первый акт «Спящий». Она выходит и такая: «Фух». Я вот так смотрю и думаю, а ты как это делаешь? Или Вика Терешкина, Дон Кихот, станцевав, у нее даже настолько все легко, профессионально и хорошо, что, мне кажется, это приходит с опытом и профессионализм. Ну, это прям вот точно, потому что вряд ли мы можем так ответить на этот четко вопрос. Но был вопрос еще про дыхание. Да, как дышать? Я как бы для себя нашла такое решение, что поскольку тоже бывает, что у тебя какие-то пропуски, да, между большими спектаклями, нужно себя снова приводить в такую вот именно форму, как бы быть ну, выносливым, да, я прыгаю на скакалке очень много. Вот прям включаю любимые песни и просто прыгаю, пока вот как бы, ну вот, аж сердце не заболит, наверное, это грубо говоря, да, и потом день за днем у тебя становится легче, и ты уже потом как бы вот к этой ритмической нагрузке привыкаешь, кардионагрузке, и репетировать тебе тоже становится легче, вот, ну это такой физический. Да, вот Маша верно сказала, ну сколько бы раз ты не станцевал индусский, ты всегда умираешь, ну честно, мне кажется, каждый артист так скажет, это очень тяжело, и ты думаешь, что ты готов, но всегда тяжело, прям очень. Поэтому. Самое главное,
одно из самых главных, потому что в балете, мне кажется, все главное. И пальцев на двух руках не хватит для того, чтобы перечислить все важные вещи, которые необходимы, чтобы они сошлись в одно и то же время, в одном и том же месте, в одном и том же человеке, и чтобы из этого получился спектакль. Но конкретный вопрос ваш по поводу физической подготовки. Да, нужна именно физическая подготовка. Помимо всего остального, помимо ежедневного рутинного класса, помимо репетиций, помимо, как Сева сказал, прогонов, нужна еще и физика. И для того, чтобы физика была, нужно идти в зал или идти на улицу, в парк, бегать, как Маша сказала, прыгать, готовить себя так, как будто ты будешь десантироваться куда-то с какой-то миссией. Да, и только тогда, когда ты получишь определенную физическую свободу владения своим телом, ты с этим телом сможешь сделать то, что ты захочешь. Здравствуйте, меня зовут Крамышева Ангелина из Академии русского балета. Хотела сказать, какие для вас кардинальные изменения были между обучением в Академии и работой в театре? Помимо количества спектаклей, конечно, может быть, в уроке, в репетициях, вот что лично для вас было? Замечательно было. Ну, безусловно, распорядок дня вообще другой. Если в академии все довольно-таки стабильно, мы все знали свое расписание с понедельника по субботу, и каждый день в одно и то же время у нас там классика, характерный дуэт, актерская, не знаю, репетиция какая-то. Здесь, конечно, все... Лично мне жить стало намного интереснее, потому что, конечно... Очень разнообразный труд и разная работа в течение дня, в течение месяца, в течение года. Всегда нету никакой рутины. Конечно, она есть, но очень сильно разбавлена, как сказать, даже если каждый день ты должен выполнять какие-то рутинные вещи для того, чтобы держать себя в нужном... при личном состоянии, чтобы находиться в этом театре и работать, все равно подстраиваешься под тот график, который будет сегодня, тот график, который будет завтра. И каждый день у нас спектакли, и репетиции каждый день у нас разное время. И от того, что спектакли каждый день разные, соответственно, нагрузка разная, и ментально, конечно, по-разному готовимся. И, ну, я считаю, это замечательно просто. К слову о расписании. Могу сказать, да, действительно, мы сейчас пытаемся вводить практику, чтобы расписание делать на 2 дня вперед, но это на практике получается плохо, потому что в течение дня происходит гораздо больше изменений, чем ты их можешь предвидеть. И поэтому все, естественно, меняется, поскольку это жизнь. Но это не русская безалаберность и не российское разгильдяйство. Пример при жизни великого хореографа Джорджа Баланчина в его труппе «Нью-Йорк-Сити Балет» артисты получали расписание на автоответчик в 6 часов вечера накануне дня, на который это расписание предназначалось. Это объяснялось просто. Баланчин говорил своим артистам, что они не должны думать ни о чем, не должны строить никаких планов на день, кроме работы. Вот поэтому, приходя работать в этот театр, нужно понимать, что ты должен отдать себя всего, посвятить себя всего тому искусству, тому делу, которому ты, в общем-то, хочешь служить. Добрый вечер. Меня зовут Нугаева Айгуль, я из Академии русского балета. И мне вот очень хочется знать... Очень сильно поменялось ваше восприятие этого мира балета с тех времен, когда вы только решили поступать, и то, что вы имеете сейчас. Спасибо. Камила.
это имеется в виду театра, восприятие мира балета. Вот мира балета. Как ты начала заниматься, да, и что сейчас? Как ты воспринимала балет, когда ты начинала заниматься, и как ты его воспринимаешь сейчас? Да, естественно. Я начала заниматься в такой в Италии, естественно, в маленькой школе. Я тогда абсолютно не понимала, что такое балет. Моя семья не связана с балетом. Я как бы ничего не знала. И для меня это было просто, можно сказать, развлечение. И со времени, естественно, я поняла, что это, ну, что я хочу этим заниматься всю жизнь. И можно сказать, что для меня очень сильно все поменялось, когда я приехала в Россию и я поступила в академию, потому что тут вся жизнь связана только исключительно с балетом. То есть, ну, как мы все знаем, да? Просто для меня это не так было. Я, когда жила в Италии, я очень много времени проводила в школе, я училась в сложном лицее, и как бы балет это, ну, не являлось, ну, самой большой частью моей жизни, поэтому это был для меня большой шаг, когда я сюда приехала, и после того, как я поступила в театр, естественно, это был еще, можно сказать, такой, ну, было большое изменение в моей жизни, если возвращаться еще к предыдущему вопросу, когда я была в академии, мне кажется, я недостаточно время, как сказать, уделяла именно, я достаточно изучала культуру балета, то есть сам балет именно, как сказать, не только технику, а историю, то есть я мало чего знала, и я не знаю, я, честно говоря, когда пришла в театр, у меня было такое ощущение, что я ничего, можно сказать, почти не знаю, ну то есть это... Это сложно понять, наверное, вам, потому что вы тут, ну, вы учились много-много лет в академии, у вас, ну, эта культура вас всегда, у вас была вокруг, но для меня такого не было, поэтому я, когда поступила в театр, можно сказать, я еще раз начала учиться и как бы до сих пор учусь, и это будет, мне кажется, всегда. Это для меня все люди, которые тут работают, атмосфера, все спектакли, педагоги — это огромный пример именно и для жизни тоже. Вот. Спасибо. Да, я вот еще хочу дополнить. Вот отличается очень тем, что вот в академии, там, в училище у тебя всегда есть расписание, да, вот у тебя есть там уроки, практика, дуэт, там, классика и так прочее, такое прочее, да. А вот здесь, в театре, ты как бы, ты сам ответственен за это, то есть тебя никто не будет пихать, там, идти дополнительно заниматься, вот, то есть это все на твоих плечах, ты должен, если там вот не можешь два тура выпрыгнуть, ты должен там идти сам закачиваться, вот, то есть... Из-за этого восприятие меняется к театру. Оно такое более самостоятельное становится, наверное. Спасибо. Спасибо. Мне больше спасибо. Мы заканчивать должны наш паблик-ток, потому что время подошло к концу. Я благодарю всех участников, всех, кто поделился своими мыслями, всем, кто открыл частичку своей души для будущего поколения балета. Вот это те, которые идут вслед за вами. Скоро вы их увидите рядом. Спасибо большое за ваши вопросы. Спасибо за то, что вы пришли подготовленные. И мы все искренне в этот замечательный день желаем вам успехов в учебе, успехов в освоении этой сложнейшей, но одной из самых красивых профессий. Спасибо. Стоп, камера.